Ну вот, леса поставлены уже у меня на балконе. С понедельника начинают работу с балконами, будут срезать. Слава богу, потому что у меня тут вот балкон закреплен, потому что он вообще шатался. И эти реечки вот от окна с той стороны отошли. И здесь вот эти стекла держатся, ну вообще ни на чем. Я уже когда-то, года два, наверное, назад или три их мыла, и эти рейки отходили. И я потом так испугалась, думаю, тут оно просто вылетит. И помыть невозможно. Ну, в общем, это вообще ужасно. Тут еще пылью от этих работ летит. И между тут такая тоже. Это тоже будут все делать, ну, как бы и герметично, и у нас и отделка заказана. Ну, так вот. Жду я, что вот это вот все срежется и уберется. Сейчас смотрю сюда в окно на эти леса. Боже, какое я как высоты боюсь. Я не представляю, если я вот сейчас аж спряталась сюда встать, походить по этой лесенке. Это ж вообще какой кошмар. Нас обложили этими лесами с двух сторон, и с одной стороны, и с другой. Причем у меня еще такая мысль пришла в голову. Они вот это поставили, уходят, а сейчас жарко, все открыто. И ну тут как бы вот, ну, войти на любой этаж нет никакой проблемы. Там я сначала смотрела в окно, а сейчас тут на балкон. Ну, короче, дом в таком состоянии. Вообще, ну, вообще, сейчас с понедельника еще приходят менять батареи. Сейчас поменяли уже эти трубы. Ну, торопятся. В общем, к Рождеству точно должны будут сдать, все сделать. Ну, а я вот сегодня приехала на дачу. Бегом эту полянку, эту клумбу чуть-чуть, эти, ну, насколько позволяет, все-таки она такая не сильная у меня, ну, хоть что-то сейчас еще полью, потому что сухая-сухая. Сейчас покажу помидор. Помидор цветет, цветет и пахнет. Цветут, скорее всего, будут помидоры. И что, не заболел. Вот здоровый помидор. Но полью я его. Растет так растет. Отсюда. Ой. Тут у меня земляника. Ну и прижилась красиво. И ягод много. Я только вот не успеваю собирать. Ну, такой этот квадратик красивый сейчас полью. Тут немножко скосила. Сейчас все-таки иду электрическую попробовать, когда большой ворох травы. Ну, тут хотя бы возле этот мы сейчас с Максимом. Он дровами занимается. Он дровами, а я тут немножко полью. Ну, что получится. Потому что там вообще заросли. Заросли. Но как-то вот после города, после всего я с таким удовольствием эту траву приятно покосить. Сейчас вот тут вот скосила, тут немножко покосила, убрала эти. Ой, и тоже вот на пару часов и нету времени. Сейчас вот посмотрю, что тут получится. Люцик бедненький, такой голодненький, прибежал. Максим первый приехал без еды. И он тут сидел. Я приехала с едой. Ой, я еще ему две банки такие вон большие привезла, пакетиков. Ну так. И он запропал. Так вот сейчас прибежал. Ну так вот, что-то кашу.
такими кусками. Все-таки я сейчас буду электрическую. Мужики не смогли собрать. Я сейчас собираюсь ее достать и собрать. Тут вот где трава такими клоками, вот именно трава растет, этот не берет. Ну, и мы хотим воды попить, к столу подойти. Он диковатый, боится. Не бойся, не бойся. Но не все съел. Вначале так за той кошечкой подъедал, там прям под этими, под тарелками гремел тут. А сейчас смешной такой. Ой, котенок. Так вот я ему тут две консервы притащила, оставлю. Ой, хоть передохнуть чуть-чуть. Не, ужасная жара, нету дождей. Так вот сейчас полью эти свои пару грядок. Если успею, тут нож найду или ножницы, состригу эти отцветшие цветы, которые тоже вид портят. Ну, чтобы к осени что-нибудь такое было более-менее. Ну и там посмотрим. Тут уже по большому счету последние разочки сентября. Вот. Сейчас смотрят, что тут мы. Они еще такие любопытные, под ногами болтаются. Смотрят, чем мы занимаемся. Ой, это такая нежная. Все-таки открутили, мы никак не могли открутить. Собрали. Ой, что-то мне тут в волосах запуталось. Ой. Собрали эти мощные, что я покупала, электрические. Одна, ну, это вообще такая мощная, что тут, я не знаю, тут деревья можно с ней рубить. А та траву. Ну и вот сейчас я беру, должна взять ведро, яблоки там собрать. Здесь покосила. Ну, решила оставаться я. Останусь сейчас вечером, покошу. Вот тут вот уже уголок покосили. Ну и как-то вот покошено совсем по-другому. Смотрится покошено и ухожено. Вот, буду косить с этой косилкой, с той поверху аккуратно. Ну вот посмотрю, что у меня тут получится в итоге. Ну вот так вот получилось обработать. Она такая мощная. Ну вот я очень люблю, когда здесь ухожено. Еще так много и травы сгребла. Оно очень удобно. Моя вот эта вот нежная, не электрическая, на аккумуляторе. Это вот когда, например, я здесь месяц, и вот, например, там каждый день по маленькому кусочку где-то обрабатывать, оно очень-очень удобное. Но когда уже трава, конечно, переросла, она уже не тянет. Но тут уже, когда такая густая трава, так уже и это мощное. Но все равно приятно. Приятно. Я вот сейчас не могу эти шнуры там достать. Жду. Максим сейчас перед отъездом мне сделает. Я вот хочу еще вот тут вот кусок между теплицами. И, ну, вот такой эту пол огорода. А потом уже в следующие выходные. Ну вот, закидала я травой помидорчик свой. Помидорчик. Но до зимы будет этим. Ой, сейчас я уже даже позабывала эти названия. Ну вот это не воды, а дождя нету. Срезала я этот куст, чтобы не вихлялся такой хлам. Эти желтые листья, ну еще ладно. Ну и вот.
такой красотунчик здесь. Фух, ну вот эту сторону и эту сторону как бы повалила, пока приспособилась. Мне еще потом Максим показал, как ею работать. И работать надо. Она очень-очень мощная. Тут я прям даже такое поле за одну минуту повалила. Надо такой большой размах ею брать. И вот в одну сторону косит высокую траву, а назад подкашивает к земле. Но смотрю, земляники море, надо пойти собрать. И как-то уже и наверное, еще раз бы, наверное, полить неплохо было бы. Но вообще с такой вот этой вот мощной, с мощным триммером, я думаю, что тут вот за следующий день можно вот эту вот всю половину пробежаться. Плохо, конечно, когда сильно запущена трава. Тогда надо скашивать и, ну, как бы подгрести немножко. Ой, ну, как бы вот я так люблю, когда покошено. Там еще вот и яблонька как-то аж дышать приятнее стало. Ну, красота. Вон еще бассейн стоит. Надо пойти плюхнуться в него. Вот расцвела моя, по-моему, это называется зимняя астра. И самое главное, что это очень поздний цветок. Мы всегда уезжали, а вот яблоневый цвет цвел. А мы уезжали, он чуть ли не в ноябре всегда. Вот я даже уже и не помнила, какого он цвета. А сейчас приехала, весь в бутонах и цветет. Но красивый и прям вот действительно астра. Он очень высокий. Вот я сейчас отойду, покажу. Эта морда от меня не выветривается, но я хочу ее на ночь оставить. Потом скажу, почему. Сейчас я отойду. Вот этот куст, он, ну, с меня ростом. Ой, и вот Максимчик пол этого сегодня перепилил. Там так красиво уже сложены дрова. Ну вот сейчас покажу. В общем, как-то приятно. Посмотрели мы, не так-то и много у нас этих дров. Не так-то много этих дров, но нам хватит. Вот тут вот. Это такая половинка. В принципе, вот, наверное, все перепилим, и это будет полностью забито. Очень удобно. Перепилено. Ой, ну и я балдею, конечно, с разных ракурсов. Вот покошено. Покошено, это покошено. Хотя, конечно, спина сейчас ломит. Спина ломит нереально, но очень приятно. Хорошо, что я осталась. Я сейчас вот такой кусок сделала. Ну и на следующий раз еще вот помахать ею. И хорошо. Еще раз полила свои эти цветы. Гвоздика начинает тут цвести. Ну, как бы неплохо. Флоксы, они у нас, по-моему, в июне всегда. В июле цвели. Сейчас все так намешано. Кто-то на месяц раньше, кто-то на месяц позже. Вот эти вот огромные кисти, эти грозди такие. Красота. Красота. Ну, полила ее тоже сколько смогла.
Вот.